В Доме правительства сегодня состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева и первого заместителя председателя Совета Федерации Николая Федорова. Нынешний руководитель региона и первый президент Чувашии обсудили вопросы, связанные с выходом республики из кризиса после пандемии. Чувашия, одна из первых в стране, сняла ограничения на работу стратегически важных предприятий. Закрытыми пока остаются крупные торговые центры и предприятия общепита. Сегодня в районах работают информационные группы министерств и ведомств, которые не только мониторят ситуацию, но и оказывают методическую помощь. Олег Николаев напомнил, что впервые подобная практика информдней была внедрена в республике Николаем Федоровым. Собеседники отметили, что в этом году и юбилей чувашской автономии, и проведение парада, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, будут проводиться 24 июня. Поэтому необходимо приложить все усилия для того, чтобы отметить этот день в максимально свободном режиме. Олег Николаев предложил Николаю Федорову и далее представлять нашу республику в Совете Федерации.